приветствую всех. Приветствую тебя, Бартек. Можешь ли ты представиться? Мы с тобой уже немного знакомы, но думаю, что не все наши зрители тебя знают. Так. Витам, я Бартоломей Гжелец. Приехаем на Беларусь. Здравствуйте, меня зовут Бартоломей Гжелец. Я приехал в Беларусь. О себе. Мне 29 лет. Родом из Польши, разумеется. Я приехал в Беларусь, а моим конечным пунктом следования является Россия. Потому что я хотел бы жить в России, в союзном государстве России и Беларуси. Здесь я вижу свое будущее, мне нравится. Мне нравится русская культура и русский язык, и те возможности, которые начинают появляться в процессе индустриализации в союзном государстве. И возможности, которые сейчас начинают быть в процессе индустриализации в państwu związkowym России и Беларуси. Хотелось бы уточнить, а что склонило тебя к принятию такого решения? Ты приехал в Беларусь, а далее планируешь поехать в Россию. Почему? Что меня склонило? Чтобы выехать из Польши. Я генерально, речь берёт, уже от 2-3 лет мечтаем о выезде, потому что мне еще не подоба атмосфера, которая пануя в Польше. Говоря в целом, то о переезде я думал в течение 2-3 лет. Мне не нравится та атмосфера, которая царит в Польше. Мне также не нравится та атмосфера, которая царит в Евросоюзе. Я не чувствую себя хорошо во всем этом. Я пытался выехать, искал путь для переезда в Россию, но это не совсем просто. Только вчера был подписан указ о возможности получения временного вида на жительство для тех, кто не приемлет деструктивные западные ценности – ЛГБТ. Президент Владимир Владимирович Путин подписал вчера такой указ, а ранее такой возможности не было. В целом, я готовился к переезду на Восток. Сначала я поехал в Германию, чтобы заработать деньги, работая в своей профессии. А после того, как я отложил определенную сумму денег, которая может мне помочь пройти этот путь, потому что такой путь никогда не является простым, можно сказать, путь релоканта, потому что я не являюсь беженцем, я являюсь человеком, который делает осознанный выбор в своей жизни. Я прекрасно понимаю, какие сейчас происходят процессы в геополитике, экономике и в массовой культуре. Я разумею, какие процессы заходят сейчас в геополитике, в экономии и попросту в сфере культуры. Массовый, так то можно повесить. Бартек, скажи, пожалуйста, а чем ты занимаешься? Кто ты по профессии и чем интересуешься? Это так. С заводу генерально мам техническое выкształcenie. Есть мехатроника. У меня техническое образование. Мехатроника, автоматика, робототехника, мобильное управление. Так это называется. В общем, я могу заниматься всем, что связано с электроникой, микроэлектроникой, и в этом я разбираюсь. Ясное дело, что для некоторых сфер требуется более тщательная подготовка, освежить кое-что в памяти, но в целом я в этом разбираюсь, у меня есть образование и знания. Я бы хотел и дальше этим заниматься, но я не закрываюсь. Если будет какая-то сфера, которая также будет опираться на электронику, но в которой я не имею достаточно знаний, я готов обучаться в университете, развиваться как-то дальше. Я jestem jak najbardziej otwarty nawet na pójście na uniwersytet czy rozwijania się dalszego. Так. То есть направление очень хорошее, как для польского рынка, так и для Евросоюза. Но тем не менее, ты решился на восточное направление Беларусь-Россия. Ну так, генерально так. В Польше тоже все зле не зарабя в этом заводе. Да, в Польше также неплохие заработки в этой профессии, есть возможности. Если уже отрабатываешь свое, имеешь какой-то опыт, тогда можно зарабатывать хорошие деньги и в Польше. В Германии тоже можно хорошо зарабатывать, но мой выбор не определен исключительно материальными причинами. В России тоже можно хорошо зарабатывать. Я рассматривал предложение о работе по моей специальности, и с некоторыми фирмами я уже и общался, то могу сказать, на самом деле очень хорошая зарплата. И с несколькими фирмами разговаривал. А мог бы ты наших зрителей немного сориентировать по заработным платам? Хотя бы приблизительно. Можно в евро, не в злотых. Могу назвать в долларах. Да, можно и в долларах. Так. Суммы следующие, ориентировочно начиная от 1000-1500 долларов в России и выше, ясное дело. Ну, и в горе, ведомо. А на Западе?
Если говорить про Германию, то, как правило, от 3500 начинается и выше, если говорим именно о моей профессии. И плюс разные надбавки, которые дают многие фирмы. Но я был на контракте, więc я в ogóle miałem zupełnie inne warunki. Именно так. Я работал по контракту, поэтому у меня были совсем другие условия, не совсем такие, как у простых немцев. Потому что я занимался специальными проектами на условиях специального контракта. Я ездил по разным немецким округам, где занимались обслуживанием машин. Работа, главным образом, была связана с электроникой, потому что я занимался автоматикой. В основном я работал на территории западной части Германии. Это выглядело так. Но стоит отметить, что заработок хороший, очень хороший. Я не рассматриваю это все и не соотношу с точки зрения действующего курса. Нужно ведь четко понимать и те процессы, которые происходят. Да, ведь и стоимость расходов на проживание отличается. Здесь как раз-таки все хорошо сложилось, потому что эти расходы покрывал мой наниматель. У меня был очень выгодный контракт, а в нашей жизни так складывается и так происходит везде, что расходы на содержание неизбежны. Поносить кошти життя, так ты повезешь. Скажи, вот ты решился на переезд. Ты ведь знаешь, как представляют Беларусь и Россию в польских СМИ. Рассказывают, что здесь все так страшно, и вообще тоталитаризм, и всякие ужасы. Ты не боялся ехать сюда? Не боялся туда. Кто себя боится, невольником, так то повем, więc я się не боję. Кто боится, тот является заложником, я так скажу. А я не боюсь. Если ведется какая-то пропаганда, то это пропаганда своих собственных ценностей. Если кто-то считает, что Беларусь и Россия — это авторитарные страны или диктатуры, то очень жаль, это его же собственная потеря. Он сам закрывает свой разум на прекрасный мир с точки зрения культуры и географического расположения. Ведь достаточно приехать. Сейчас же действует безвизовый режим. Где-то уже около 2-3 лет Беларусь прекрасно продемонстрировала для всех то, что если у кого-то есть желание, то можно легко взять и приехать, чтобы лично убедиться в том, как же здесь на самом деле живется в этой так называемой диктатуре президента Лукашенко. Я считаю, что это прекрасное движение, ведь каждый человек, который не является тем заложником, но который, возможно, немного там поверил, и в то же время имеет достаточно смелости, чтобы лично убедиться. К сожалению, жизнь складывается так, что мы не можем слепо доверять мнению каких-то экспертов, докторов наук и так далее, потому что сейчас за деньги можно сказать все, что угодно. Очень важно, чтобы была возможность убедиться на собственном опыте и понять, что и как в этом мире происходит. Скажи, а поляки поддаются манипуляциям этой антибелорусской, антироссийской пропаганды? Верят ли они в то, что пишут официальные СМИ? Потому что нам известно, что они там пишут. Ничего позитивного. Я думаю, что большинство поляков уверила. Это процесс неотвратимый. Думаю, что большинство поляков поверило. Это необратимый процесс, потому что через масс-медиа людям промывают мозги. Происходит именно то, что было сделано с украинцами, с народом Украины. Им промыли мозги до такой степени, что даже те люди, чьи предки в свое время воевали с бандеровцами или нацистами, они сегодня их же и поддерживают. Я не про большинство людей, это какая-то часть общества, но она пришла к власти под совершенно другими лозунгами, как это бывает в демократии. Приходят под одними лозунгами, а когда оказываются у власти, то уже можно проводить любую политику. В целом, мне кажется, что большинство в Польше все-таки верит в то, что говорят забитость, отсталость, бедность. Считаю, что из-за того, что многие поляки не понимают те процессы, которые стали происходить после 1981 года, после солидарности, круглого стола и так далее, после Магдаленки, поляки просто не понимают эти процессы, в какой ситуации мы находимся. Вот так и сегодня наша страна, наше правительство вступают в разного рода проекты, а большинство в обществе, даже когда просто слышишь название этих проектов, совершенно не ориентируются, что они значили в истории. Также, когда слышим «Междуморье» или иного рода проекты, в зависимости от того, чьи спецслужбы продвигают их в медиа, англосаксы или немцы, и у среднестатистического поляка не появляется абсолютно никакой интерес. Даже как минимум, чтобы прочитать, что это такое? Является ли это на самом деле нашей тоской по тому, чтобы быть великой страной?
местной империи или это, возможно, чьи-то интересы. Следует помнить, что какие бы геополитические проекты на какой бы территории ни происходили, они предусматривают экспорт, импорт, товарооборот, и на этом зарабатываются деньги. Поэтому тот, кто позволяет и создает это геополитическое пространство, также желает из этого извлечь свою выгоду. А польская экономика непродуктивна, она полностью, на 100% зависима от Германии, от Евросоюза, поэтому мы не являемся самостоятельной страной. У нас все держится на дотациях и кредитах Всемирного банка. Если смотреть на это глубже, то получается, что наше правительство просто реализует чужие планы, а не планы в пользу своего народа. И что из этого получится? Может сложиться по-разному. No to, to znaczy, że nasz rząd po prostu realizuje obce plany, a nie plany na, dla dobra narodu. I co będzie z tego, może być różnie. Скажи, а был ли ты в других странах? Ты упоминал Германию, а в других странах Евросоюза ты был? Czy jeszcze w jakichś innych krajach Unii Europejskiej byłeś? Да, конечно. Жил я только в Германии, если речь о постоянном пребывании, о работе и так далее. И был еще эпизод с Великобританией, но это, можно сказать, своего рода юношеский заскок был. Я хотел посмотреть Лондон, но у меня не было такой суммы денег, чтобы позволить себе 2-3 недели нормально там пребывать, проживать в отеле и тому подобное. Поэтому я поехал туда на работу. Я поработал, посмотрел Лондон и вернулся. А если говорить в целом, в туристическом смысле, то я посетил большинство стран, кроме Португалии. А так Испания, Италия, острова Майорка, Родос в Греции и все Балканы я объехал, особенно ту часть, которая в Евросоюзе. Поэтому в общем и целом, как турист, я был хотя бы минимум неделю практически во всех европейских странах. В Германии ты долго работал? Год. А в каком районе? Это был главное Сараланд. В основном это Саарланд и Дортмунд. Какие впечатления? Что можешь сказать о проблеме с беженцами? На самом деле все обстоит так, или ситуация раздута с помощью определенных СМИ? Люди что-то пишут, но это, как правило, в основном в соцсетях, а в медиа тему заглушают. Значит, это так же проблем реально существует, потому что там не приехали, даже, как то, повезли, уходцы. Проблема реально существует. Туда не приехали беженцы, которые хотели бы жить и зарабатывать деньги. Некоторые просто используют социальную систему для того, чтобы там как-то устроить свою жизнь. И не является секретом Поли Шинеля то, что это различные проекты, организованные Соросом в поддержку так называемого открытого общества. И, между прочим, там же на повестке находится приезд беженцев из Дальнего Востока, Африки в Европу. Можно сказать, приезд уходцев с Ближнего Востока, с Африки, до Европы. Но нужно понимать, что это за процессы. Нужно понимать, что это за процессы. Когда демография в Европе стремительно падает, и приезжают мусульмане, которые вообще не идентифицируют себя с европейской культурой, не имеют к ней никакого уважения, иногда даже случается, что и язык не учат. Про любую страну здесь можно говорить, будь то Франция, Германия, страны Бенилюкса, и просто начинают устанавливать свои порядки, начиная с районов, через иман, через вход в общество. Происходит такой процесс, когда человек приезжает в другой регион и ассимилируется, но они не ассимилируются, они просто входят в общество и начинают навязывать свое. Часть из того, что происходит на Западе, является также результатом репрессивной толерантности Герберта Маркузе. Это такой вид толерантности, когда необходимо принимать все, даже если это непосредственно нам причиняет вред. Нет уважения к свободе личности, или оно настолько велико, что может носить сильно действовать по отношению к большинству, и это может привести к революционным факторам. Albo jest ona tak duża, że po prostu aż ona może, że tak powiem, powiedzieć, zgwałcić większość. I po prostu to ma doprowadzić do potem czynników rewolucyjnych. To jest wszystko przemyślane. Это все уже заранее продумано. Франкфуртская школа неолевых, которая во время правления Гитлера разрослась в США, а потом она вернулась в 50-х-60-х годах в Германию и имела свой дальнейший расцвет. И потом она вернулась в летах 50-х-60-х до Немец и уже ускуточняла свой дальше расцвет, новая левица.
Не знаю, правильно ли я тебя понял. Это проблема только для Германии или также для Великобритании и других стран? Unii Europejskiej. Większości krajów zachodnich. Tak jak zauważyłeś, no z czy własnymi oczami, no będąc. Tak, no generalnie rzecz biorąc, no to mówię, to jest. Это касается всех стран. Так везде, во всем Евросоюзе. От Италии, Испании до Франции, Германии, Португалии. Понятно, что самые большие проблемы будут там, где самые большие льготы. Это Франция, страны Бенилюкса, Германия. Там действительно с этим самые большие проблемы. И скандинавские страны, конечно же. Как мы знаем, у скандинавских стран тоже своя политика, и там также размывают местное население с мусульманскими мигрантами. Скажи, пожалуйста, из того, что ты общался с поляками в стране, знают ли они о том, что существует безвизовый режим в Беларуси? Что поляки одни из первых получили возможность этим воспользоваться, и пользуются ли они этим? Что об этом думают? Какая-то часть, какой-то процент наверняка знает о том, что что-то такое появилось. Но не едут из-за того, что есть общее беспокойство, и плюс ко всему еще сверху запугивание. Когда мы включаем YouTube и вписываем в поисковик польских путешественников, которые приезжают в Беларусь, то даже через запрос все именно так представлено. И пусть в самом видео они потом рассказывают, что белорусское общество просто супер, то в заголовке обязательно напишут, что приехали в диктатуру, отсталую страну. То есть такая цензура у YouTube или других медиа? Так, так, так. Также генеральный же бюро, значит, ну, мовя, то есть właśnie война познавчая, чтобы люди с краев западных... Да, как я это называю, именно информационная война. Это для людей из западных стран, а главным образом речь про Польшу, чтобы мы, славяне, не смогли распознать, кто является нашим настоящим врагом, а кто союзником и другом. Если бы поляки приехали и пообщались с белорусами, россиянами, то казалось бы, что у нас очень много общего. Нас многое объединяет, и этих моментов гораздо больше, чем тех, которые разделяют. А эти, скажу не совсем красиво, хотели бы у нас усадить свинью за стол и сказать, что это наш сосед сделал. А соседи, как об этом говорит президент Лукашенко, даются Богом, поэтому нужно уметь строить уважительные отношения. Позиция белорусской стороны односторонняя, она максимально дружественная. Даже с учетом сегодняшних обстоятельств, когда натовские войска стоят у границы Беларуси, у границы союзного государства Беларуси и России, несмотря на это, есть открытый диалог, хотя при таком исковерканном международном праве еще функционируют договоренности с 90-х годов. Я говорю об организации Варшавского договора. Честно говоря, все могло бы складываться совершенно иначе, если бы в Кремле или здесь управлял кто-то другой. И в Беларуси могло бы все складываться по-другому, потому что провокации со стороны Польши и Литвы могли бы закончиться пацификацией. Провокации, которые чинены со стороны Польской, Украины, украинской, литовской, так, попросту могли бы закончить пацификацией. Ты воспользовался безвизовым режимом и приехал наземным транспортом. Как проходило пересечение границы? Были ли проблемы? Или, проще говоря, долго ли ты стоял? На самой границе стоял 11-12 годин, а целая подорож 26 годин. На самой границе я простоял 11-12 часов, а вся поездка заняла 26 часов. На самой границе 11-12 часов. При этом нужно смотреть на то, как это все устроено при въезде на Беларусь. Поляки знают, что с белорусской стороны происходит инфильтрация граждан не Украины. Едут они не в туристических целях, они могут представлять террористическую угрозу. Понятно, что большинство из них едут в Россию, чтобы получить российские паспорта, потом некоторые из них остаются, но большинство нет. И происходит первоначальная инфильтрация. К примеру, едет автобус 40 с чем-то человек, а в нем 20 украинцев. То такая инфильтрация занимает какое-то время. Что делают поляки? Например, блокируют 5-10 автобусов, а потом пропускают их как можно быстрее. В результате белорусская сторона, как говорится, завалена работой, и дальше пошло-поехало. И именно поэтому скапливаются очень длинные очереди, потому что мало того, что вы стоите на польской границе до самого перехода, даже пару часов, так еще и пару часов проводите во всем этом процессе, пока окончательно не пересечете границу.
На данный момент из-за польских властей действует только один пограничный переход. Как ты думаешь, почему так произошло? Беларусь открыта для безвизового движения. Здесь нет проблемы открыть все пограничные переходы. А почему такое решение со стороны польских властей? Ну, то есть нормально, так, в таком смысле, но ну, ненормально, то есть, потому что польские власти, ну и вообще, значит, польские власти, повестим себе, больше власти из Вашингтона, из Берлина, то есть из иных столиц света. Не... В этом смысле ситуация ненормальная. Тут вина не только польских властей, это скорее власти в Вашингтоне, Берлине или других мировых столицах не хотят, чтобы у поляков был шанс. Ведь если кто-то слышит, что ему придется стоять в очереди несколько часов или несколько десятков часов, чтобы приехать даже на выходные, то какой в этом смысл? Не каждый может взять недельный отпуск и провести в очереди 2 или 3 дня из этой недели. Я думаю, нам нужно шире взглянуть на эту проблему. К примеру, была совершена провокация с самолетом Романа Протасевича, чтобы закрыть воздушное сообщение. Беларусь приняла свое суверенное решение, задержала агента западного влияния, гражданина Беларуси, который действовал в рамках террористической организации «Нехта» и скрывался на территории Польши. Он находился в белорусском воздушном пространстве, и власти страны приняли суверенное решение. Я вообще не понимаю, почему были введены такие санкции. Я думаю, что любой так поступил бы с человеком, который готовил переворот в государстве. Я думаю, что каждый бы так поступил с человеком, который подъезжал до вывороту państwa. Слишком большую угрозу он представлял для безопасности государства. Именно так. Это нормальное решение и международный вопрос. Причем здесь санкции? Думаю, не стоит углубляться в юридические темы, потому что я в этом вопросе разойдусь в силу своей профессии. Может быть, стоит. Может, тогда до поляков дойдет, как сегодня западные страны, говоря о принципах и правилах, нарушают именно эти принципы и правила. Часто даже не написанные, а просто устно где-то произнесенные. Расскажи мне, мне очень интересно, как поляки относятся к президенту Лукашенко. Потому что то, как его представляют в польских СМИ, мы все знаем, а как простые поляки к нему относятся? То залежит, бо мысля, что какая-то часть społeczeństwa шанует пана президента Лукашенко. Тут по-разному. Я думаю, что какая-то часть общества уважает президента Лукашенко за то, что он поддерживает порядок в стране и не продал страну западным глобалистам и корпорациям. А у другой части, которая вообще не имеет представления об экономике, определенно срабатывает видение через призму пропаганды. Об этом уже много раз говорилось, что неважно, демократия это или авторитаризм, или так называемая диктатура. Если человек имеет право на экономическую свободу, на свою индивидуальность, тогда какая разница, какие в стране нравы, в том числе в управлении страной. Если система эффективна, экономика работает, людям есть где работать, они могут развиваться, то я не понимаю, почему кто-то должен влезать своими сапогами в какую-то другую страну, переворачивать ее, сжигать, как, к примеру, это сделали американцы и НАТО с некоторыми странами, начиная с Сирии, Ливии, Ливана и заканчивая Ираком. Почему? Мы не должны на все смотреть в таком ракурсе, а в Польше, я думаю, большинство населения этого вообще не понимает. И я надеюсь, что узнав о безвизовом режиме, поляки смогут приехать сюда, попробовать на вкус эту Беларусь, узнать, какая она и как она живет. Może, mam nadzieję, że poprzez to, że gdzieś rozpoznają się w ruchu wizowym, będą mogli przyjechać, posmakować, spróbować tej Białorusi, jaka tu jest, jak to się żyje. Тут я наиболее согласен. Я согласен, но посмотри, как польские пограничники обращаются с людьми на границе. Речь идет о пересечении границы. Они просто создают препятствия, ведь едут семьи с детьми, и они обречены часами стоять на этой границе. Неужели это не доходит до польской общественности? До поляков не доходит информация? Это не трафит до społeczeństwa polskiego? Czy to jest tak, że tak powiem, medialnie ucinane, że w ogóle to nie dociera? Nie trafia. Nie trafia to, a nawet jeżeli jest przedstawione, to, że to jest wszystko wymysł białoruski albo problem po stronie Białorusi.
Нет, не доходит. А если и доходит, то так, что это все белорусские выдумки или проблема белорусской стороны. Это гораздо шире. У меня был эпизод, когда я звонил в польскую пограничную службу и задавал им вопросы о том, почему они так поступают. Но я говорил в основном о польских гражданах, только потому, что я сам поляк. И не получил никакого ответа, потому что этот господин не хотел мне отвечать. Он не хотел даже представиться. Я настаивал, в конце концов он представился. Я не буду сейчас называть его имя. Он представился мне, сказал, что не будет отвечать на ряд моих вопросов, потому что он не знает, кто я такой. Я ответил, что я польский гражданин. Позже тоже представился, и тот ответил, что нет, он не будет отвечать на мои вопросы. Я ему задал простой вопрос. Это решение самих пограничников или это решение и политическое давление? Как расценивать? Кто на это влияет? С какого пункта? Кто на то влияет? То есть ты позвонил, назвал свое имя, сказал, что стоишь в ожидании на границе, и ноль реакции. Да, ноль реакции. Я даже сказал, что нахожусь здесь, в Беларуси, в рамках сотрудничества с Центром правозащиты. Я сказал, что мы будем писать письмо в Европейский Союз и в ООН по поводу ситуации на границе. Они мне ответили: давайте, пишите, пожалуйста, пишите, куда хотите. Да, пожалуйста, пишите. О, я бы хотел прокомментировать, но думаю, что это будет невежливо, потому что некоторые нецензурные слова буквально вылетают у меня изо рта. Думаю, у тебя тоже. А скажи, слышал ли ты об изменениях в законе, касающемся применения оружия на границе польскими пограничниками и солдатами, которые там дислоцируются? Знаешь ли ты, в каком направлении это пошло? Да, конечно, все это прежде всего многоуровневая акция, вся ситуация на границе. Тут как бы с одной стороны НАТО, польские вооруженные силы вызывают такие, а не иные эмоциональные импульсы путем распространения информации, то есть когнитивной войны, чтобы люди не понимали, что происходит, и не могли осознать, какие процессы происходят на границе. С другой стороны, это происходит и внутри польского общества, со стороны наших властей. Это легализация использования оружия против гражданских лиц. С другой стороны, есть то теж вовнешнюю в польском сообществе для через наши власти легализация. То есть даже без угрозы со стороны беженцев. На данный момент получается, что польская пограничная служба или армия, которая там дислоцирована, может стрелять по мирным людям. Да, и даже в польских граждан, если они находятся в этой зоне. А потом, например, можно еще добавить зону, верно? Мы больше не можем говорить только о пограничной полосе. Не знаю, сколько они выделили, это 50 километров или сколько там. Получается, с точки зрения международного права, это, прямо скажем, беззаконие. Стреляйте в кого хотите, если они находятся в зоне. Я правильно понимаю? Да. Получается, что в определенной зоне можно стрелять вдоволь, если так захочется польским солдатам. Доходит ли эта информация до простых поляков? Думаю, нет. Хотя надеюсь, что какая-то часть людей, в которых еще осталось немного человечности мозгов, конечно, все видит и понимает, что это определенный процесс патологизации униформы и польского солдата. Потому что если польский солдат применяет оружие по отношению к человеку, который, так сказать, не вооружен, то есть к гражданскому лицу, он применяет силу к гражданскому лицу. Это означает своего рода извращение в его голове. Ну да, там же женщины, дети. Это люди, которые просто ищут лучшей жизни. Они приезжают из стран, в которых идет война, нищета. Например, из африканских стран. Давайте будем честными. Европейский Союз приглашал их раньше. Да, а еще раньше он оказывал им демократическую помощь, некоторым из таких стран. А теперь что, в них будут стрелять поляки? Вот об этом я и говорю, это процесс, прежде всего для того, чтобы развратить польского солдата и польскую форму. Развращение, чтобы потом можно было использовать их для других целей, потому что если он уже использовал оружие против гражданского лица,
то какая для него будет разница? Например, если они нацелятся на какую-то провокацию с террористическими бандами, типа полка Калиновского, который проходит подготовку в Польше для провокации на территории Беларуси или на любой другой территории, для них не будет это уже проблемой. Ведь же за деньги. Это люди вообще не понимают, что такое честь, что такое настоящая родина. Для них это, можно сказать, просто националистические лозунги, совершенно без какого-либо понимания ситуации и изучения ее. Если ты позволишь, мы немного углубимся в экономические темы. Не так давно были довольно широкие протесты по поводу продовольствия, дешевых продуктов питания, сельскохозяйственной продукции из Украины. Эти протесты были приглушены. Удалось ли с этим справиться? Могут ли теперь дышать свободно польские фермеры? Или же эта проблема все еще существует, и просто удалось ее замять силой польским властям? Я на то смотрю все с многих перспектив. Я смотрю на этот вопрос с разных сторон. Выход фермеров на протесты был не в интересах Польши и поляков, потому что польское сельское хозяйство уже давно не работает на Польшу и поляков, в том смысле, что оно вообще не работает. Оно вообще субсидируется, функционирует за счет субсидий. Польскому фермеру не разрешается владеть собственными семенами. Он должен покупать их каждый год в определенных местах, а потом излишки, если они остались, отдавать, продавать. Он не может хранить их у себя, потому что это преступление. Этот закон действует в Европейском Союзе, в Соединенных Штатах, в большинстве штатов. Это преступство. То есть в Унии Европейской, в Соединенных Штатах, то само право вошло в большинстве штатов. Необходимо отчитываться о каждой курице. Совершенно верно. Если ты не отчитался, это может стать большой проблемой, выльется в серьезные штрафы. В общем, польское сельское хозяйство, можно сказать, просто живет за счет субсидий. И уже почти никто из фермеров не понимает, что сельское хозяйство может быть продуктивным, без всяких субсидий или, предположим, при хорошем хозяйствовании и развитии. Им просто не нужно об этом беспокоиться. Так что тот, кто вывел фермеров на улицу, конечно же, затеял всю эту инфляционную тему о том, что невыгодно будет польская сельскохозяйственная продукция, потому что украинское зерно нас зальет, и так далее, и тому подобное. Это в основном, конечно, правда с одной стороны, но с другой стороны, это медийная шумиха, чтобы отвлечь общественность. Фермеры добились субсидий, потому что, как мы знаем, они боролись за субсидии, чтобы получить больше денег, потому что иначе было бы им невыгодно. И им пришлось бы свернуть производство. Так что это была борьба. Вы знаете, они боролись за потребителя, но в конечном итоге дело было в их кошельках. Если посмотреть на это многоуровнево, это мое личное мнение, это была игра между группами, стоящими у власти. В то время одна группа теряла власть, как мы знаем, партия «Право и справедливость», ПИС, а другая группа приходила к власти, и идея заключалась, во-первых, в том, чтобы создать сумятицу, чтобы эти люди не сводили счет друг с другом, потому что обе группы угрожали друг другу, что если мы приходим к власти, то будет так-то. С другой стороны, общественность была озабочена протестами фермеров, ценами, которые начали сходить с ума, инфляцией. И это была игра, так сказать, за занавесом, где они уже готовились, раздавали себе кресла, вытягивали деньги у организации Европейского Союза и так далее. Потому что если мы посмотрим на лица и на те организации, которые шли с фермерами, это многое объясняет. Мы знаем, в каких связях они состоят. Проще говоря, если мы видим конкретное лицо, мы видим, с кем он или они встречались, когда знаем, от кого они брали деньги для всех этих фондов и так далее, у нас уже есть ответ. Это значит, руку, которая тебя кормит, нельзя кусать. А с другой стороны, если посмотреть на то, что Польша практически по уши в долгах перед Всемирным банком, а Всемирный банк — это часть Федеральной резервной системы США, которая находится в частной собственности нескольких банков, крупных и влиятельных международных банков. Как это возможно, чтобы мы, даже национально настроенные фермеры, которые не стоят твердо на ногах, а живут на субсидии, могли блокировать поток украинского зерна? Украинского зерна, конечно же, в кавычках, потому что оно принадлежит Monsanto или другим организациям. Но как же так? Это же вообще лишено логики. В конце концов, они на самом деле пришли бы, ударили бы по столу кулаком, схватили бы за галстук того же Туска или еще кого-то и сказали бы им: «Что ты творишь?» Что ты, гостю? Что ты выправишь? Докладно.
Именно. А скажи мне, когда я был в стране с поляками, мы много говорили об угрозе того, что мы можем быть напрямую вовлечены в конфликт в Украине. Твои друзья в Польше тоже испытывают подобные опасения. Как это воспринимается людьми, польскими гражданами? Часть знает из этого справы, напевно, но не знает из этого, как я назову то, как война домова уже спустошила. Że tak powiem, ludność, głównie ukraińską oczywiście. Некоторые, конечно, понимают, но не осознают, что это как гражданская война, которая, можно сказать, опустошила население. В основном, конечно, украинская. Эта война посеяла хаос, разрушила все и так далее. Этого поляки не осознают, потому что наш среднестатистический поляк вообще не знает, что происходит на самом деле, и вообще не понимает масштаба этой войны. Речь идет не о территориях, речь идет о том, что Россия, как страна, стала суверенной и формирует свой экономический суверенитет, индустриализируется и так далее. Она на полях сражений в Украине борется с глобалистами, такими как Monsanto, со Всемирным банком, в некотором смысле и другими. Мы живем сегодня в глобальном мире, нельзя изолировать себя и превратиться в Северную Корею. Это означает, что вы сами себя загоняете в угол, а такой игрок, как Россия, не может себе этого позволить. И с другой стороны, нужно так умело и дипломатично управлять этим и одновременно формировать суверенную страну. Так что здесь надо отдать должное российской дипломатии, самому Владимиру Владимировичу, что он способен играть, можно сказать, теми картами, которые ему достались после 90-х годов. Скажем, подготовился к этим геополитическим розыгрышам. Поляки совершенно не понимают, что могут быть втянуты. На мой взгляд, мы будем втянуты. Не обязательно завтра, не сразу, но в конечном итоге мы хороший кандидат для этого. Потому что общественность не знает, что происходит. Мы в долгах перед международными организациями, и это они будут решать. Если они потеряют еще больше территории в Украине, у них там уже заканчивается дешевое украинское пушечное мясо, даже несмотря на такое количество наемников. Они не могут позволить потерять в Украине, как оценивают различные американские специалисты, 7 триллионов, 9 триллионов, 12 триллионов. Ну как они могут потерять такие деньги? Они не могут себе позволить, чтобы стратить, как они это выценяют, эти разного рода американские специалисты на там 7 триллионов долларов, 9, 12 Украины. Ну как они могли бы стратить такую кассу? Понимают ли люди в Польше, что на нашей территории существуют вербовочные центры наемников, что их там обучают, что их отправляют в Украину? Я недавно рассказывал об одном таком пункте. Он назывался «Вербовщик 24», находился на улице Фокса-18. После этого в Польше поднялась какая-то шумиха. Стали просто исчезать какие-то сайты. Страны интернетовые начали зникать. Слушай, все сдают себе справу люди с того, какая скала. Но myślę, że większość Polaków nie zdaje sobie sprawy. Я думаю, что большинство поляков об этом не знают. Единственное, в СМИ прошла информация о том, что украинцы, находящиеся в Польше, согласно соглашениям между польским правительством и киевской хунтой, отправляют украинцев обратно. Никто не вдавался в подробности. Сначала сказали, что их туда отправляют, потом, что они проходят в Польше обучение, и затем их высылают туда обратно. Это то, что подается в публичном пространстве. Все остальные нет. Большинство поляков даже не подозревают, что в Польше существуют террористические, неонацистские организации, которые готовят вроде полка Калиновского, если касается Беларуси, белорусской точки. Но также и то, как сильно СБУ расширилась в Польше, завоевала, так сказать, некоторые администрации, потому что они, как СБУ в составе ОПГ, организации преступной группировки, понимают, что там, в Украине, бывшей Украине, их возможности выкачивать деньги заканчиваются, и им нужно куда-то переносить эту структуру. А Польша и польское общество идеальны, потому что вообще нет никакого понимания, кто есть кто. Большинство поляков не понимают. Они настолько вестернизированы процессами, которые происходили с 80-х годов, что не понимают процессов, которые происходят как в обществе, так и в секретных службах, которые действуют на нашей территории. Westernizowana w procesach, które zachodziły od 80-tych lat, że nie rozumie procesów, które zachodzą wewnątrz i społeczeństwa i wewnątrz służb specjalnych, które działają na naszych terytoriach. Nie знаю, правильно ли я понял, считаешь ли ты, что СБУ вошла и создала преступные группировки или часть группировок, которые в настоящее время действуют в Польше и с которыми польская полиция совершенно не справляется?
Да. Интересно, мы не будем касаться подкарпатского скандала, потому что это совсем другая тема. И то есть, там были повязаны польские войсковые, правда? Да, именно там были завязаны польские военные. Если военно-политическое публичное пространство в такой степени развращено, то что должно происходить в военных службах? Мы знаем, как обстояли дела в 80-е годы. То есть часть службы безопасности Польши переходила к каждой из сторон. К Германии, к Британии, к Израилю, к Соединенным Штатам. Это был курятник, где будущие лисы вылавливали своих. Так что посмотреть, что происходит, я обязан оценить украинцев СБУ как очень хитрых, потому что они вышли на нашу землю. Ты видел где-нибудь танки? Треба доценить тутай украинцев СБУ. Jako spryt, bo oni weszli na naszą ziemię bez... Widziałeś gdzieś czołgi? Нет, они нам не нужны. У нас их люди, более 2 миллионов украинцев, в конце концов, если не больше. У них есть деньги. Украинские олигархи перевели свои деньги на Запад, в том числе в Польшу. А теперь компания «Таурон», например, ведет дела с Игорем Коломойским. Он очень активно вступает в сотрудничество. Возможно, будет очень хорошая цена на электроэнергию. Скажи, насколько простые поляки осведомлены о том, что готовятся диверсии? Ты говорил о полке Калиновского, что проводятся пробы диверсионной деятельности в Беларуси. К счастью, эти попытки обнаруживаются очень быстро. Но это происходит и на белорусско-украинской границе, и на польско-белорусской. Существует ли такая осведомленность среди поляков? Ведь такие действия спонсируются и управляются польским правительством. Спонсированных и керованных через польский рząd. Ну, myślę, że nie. А jeżeli nawet, mówię, dociera informacja, то większość polskiego społeczeństwa patrzy na to, że wschód jest zły. Я думаю, нет. Информация доходит до Польши, но большинство населения смотрит на это так. Восток — это зло, а Западом у нас все хорошо. А это не так. Если мы не осознаем ситуацию, мы, можно сказать, кормим раковую опухоль внутри, которая в конце концов съест нас. Вот и все, очень просто. А большинство людей этого не понимают. Как человек, живущий повседневной жизнью в Польше, может понять, что Польша, тысячелетняя страна с тысячелетними традициями и историей, превратилась в марионетку? В том числе и СБУ. И не только это. Нам открыто говорят одни и другие правители, что украинцы — наши братья. Как возможно такое, когда, например, Анджей Дуда, президент Польши, или Дональд Туск, или ранее Моравецкий ездили в Украину и возлагали цветы к памятнику Бандеры? Это не пропаганда, это реальные вещи, которые происходят и происходили. Это не жадные там пропаганды, это реальные вещи, которые себе выдажили, делали. Скажи, а как люди в Польше относятся к политике польского правительства в отношении Беларуси? Поддерживают ли они это? Или есть какая-то группа, которая говорит, ну нет, может быть, мы должны поступать по-другому? Напевно, есть какая-то меньшинство, которая уважает, что треба со Всходом будовать отношения. Наверняка есть какое-то меньшинство, которое считает, что нужно иметь дело с Востоком. Я понимаю, что санкции и противостояние, то, что мы форпост Запада против России, не принесут нам ничего хорошего. Это только принесет нам, как нации, большие страдания. А как стране, в конечном счете, это может даже разорвать страну на части впоследствии. Тем более, что я считаю, что даже на большие части, в зависимости от того, кто и что захочет откусить от этого куска. В целом поляки не понимают. Некоторые группы понимают некоторые вещи. Однако, если у нас такая перенасыщенная сфера служб, службы безопасности и других, армия неадекватная, нет никакой власти даже внутри страны. Войско, даже спатологизованное, которое в этот способ отгорне, но то нема силы даже внутренней. Скажи, есть ли шанс у Польши? Потому что то, что ты говоришь, звучит просто трагично и ужасно. Трагично и страшно. Шанс есть в количестве людей в обществе, которые пока не очень активны, но уже начинают кое-что понимать. И это, можно сказать, реальный шанс. Если вдруг что-то начнет происходить, они смогут затормозить этот поезд, идущий к самоуничтожению, или помочь перевести нас на другие рельсы, пойти в другом направлении. И это всегда некий шанс. Даже если оглянуться назад в историю, как это происходило раньше, много разных вещей могло произойти просто даже незапланированно. Можно было их предположить,
предположить, что что-то возникает, но они просто происходили спонтанно. И всегда есть какие-то люди, какие-то личности, которые включаются. Ponieważ jeżeli zawsze są jacyś ludzie, jakieś jednostki, индивидуальности, zawsze coś się może wydarzyć. Więc... Значит, есть тень надежды, некий проблеск надежды. Надеюсь, Бог нас хранит. Может, Бог чува. Можешь ли ты сказать, как получилось, что часть общественности, лишь небольшая часть общественности видит, что происходит, а остальными манипулируют? Как, на твой взгляд, происходит этот процесс? No to oczywiście, że jeżeli chodzi o społeczeństwo ciupkę starsze, no to jest proces, który działo się już w latach 80-tych, czasy Solidarności. Конечно, если ты говоришь об обществе, которое немного старше, то этот процесс уже начался в 80-х годах. Часто осознание этих событий, даже если кто-то в то время следовал этим лозунгам, шел за солидарностью и, может быть, имел благие намерения, но со временем, в годы особенно уже 90-е, после 95-го, перестали осознавать, какие процессы происходили в польском государстве и что было реализовано. Уже тогда можно было легко убедить людей, потому что в то время раздавались голоса, которые говорили, что солидарность должна, если она будет существовать, идти тем или иным путем. Так что это относится к части общества чуть постарше. Молодежь, как и положено молодежи, просто не заинтересована, не оболванена. Возможно, идет на поводу у надуманных популистских лозунгов. Возможно, мы даже будем иметь добросердечных, скромных, хороших поляков, патриотов, которым будут говорить, что мы должны голосовать, например, за конфедерацию, потому что там национальное движение, ведь они хотят как лучше. И такой добросердечный поляк даже не вникает в суть дела. Кто является основателем национального движения? С кем они сотрудничают? От кого они получают деньги? Как строится эта демократия? А уже если мы говорим о каком-то пласте общества, которое тотально вестернизировано, ЛГБТ и другие, хорошим примером является, не помню точно, какой год выборов, когда Головня впервые участвовал в выборах как партия «Польша 2050». На тех выборах он набрал десяток или около того процентов. Одним из его тезисов было то, что если они получат власть, то после 2035 года это они будут решать, кто может иметь детей, а кто нет. Я поздравляю те несколько процентов польского народа, особенно молодежи, которые за них проголосовали. Это пугает, но на самом деле вы можете это прочитать сами. Программа существует. Они придерживаются гордого подхода, что мир переполнен, что нужно что-то делать. Так. Но, але направду, то можно себе прочитать, программы існею. Они с думом подходят, что свят есть прошлогненный, мы мусим это робить, так? Я думаю, что похожую вещь недавно сказала Камала Харрис. У нее это проскользнуло и попало в широкую резонансную волну. Тут стоят те же спонсоры за спиной их политических активистов и преследуют те же цели. Троцкисты, обычные троцкисты, которые хотят... перманентной революции, дестабилизации мира, потому что только так они смогут завоевать, воровать, убивать, бороться с империализмом или против демократии, недодемократии. Это просто лозунги. Хорошо, давай перейдем к более легким темам. Ты впервые в Беларуси или бывал раньше? В моей жизни это в первый раз. Я собирался, но не попал в Беларусь по бытовым, жизненным причинам. Какие-то случайности мешали. Так что да, я попал наконец-то в Беларусь. Это мой первый раз. Позитивно все, особенно дороги. Я проехал половину Беларуси, только чтобы добраться до Минска. Дороги. Проехалем пол Беларуси, также до Минска еще достать. Ты ехал машиной? Нет, автобусом. Но мне понравилось наблюдать, смотреть. А скажи, как давно ты в Беларуси? Сколько? Месяц. Что ты видел? Что тебя заинтересовало? Прежде всего, заимпоновала мне очень шацунок до спущизны исторической. Прежде всего, меня очень впечатлило уважение к историческому наследию. То, что здесь уважают события, которые происходили, здесь говорят о Великой Отечественной войне, а также о Второй мировой войне, потому что здесь все происходило. Мне очень нравится уважение, память прежде всего, напоминание всего этого. А еще в целом, можно сказать, мне нравится то, как выглядят здания в центре Минска. Все красиво. Отреставрировано. Знаете, фасад такой социалистический, мне очень нравится, впечатляет. Театры или здания любого города — это красиво.
ładnie odnowione. No wiadomo, taka socrealistyczna jest fasada niektórych budynków. Mi akurat to się podoba, imponuje. Teatry, prawda, czy różnego rodzaju budynki. To jest piękne. Эти фасады, как ты сказал, сразу ассоциируются у меня с некоторыми районами Варшавы. Только здесь они в гораздо лучшем состоянии, более красивые и ухоженные. Но некоторые районы Варшавы выглядят похоже. А скажи мне, что ты посетил? Был ли ты только в Минске или в других городах Беларуси? Нет, пока нет. Я надеюсь, что буду. Ты же говорил в прошлый раз, что мы посетим некоторые из них. Я уже побывал во многих городах, в том числе и в Гродно, который, я уверен, ты хотел бы увидеть. Да, хотелось бы. Но это не все. В Беларуси действительно много красивых мест. Надеюсь, будет возможность съездить. Я только за. Огромное количество мест, куда можно поехать, что посмотреть. На разе пока что Минск. Да-да, я очень хотел бы поехать. Пока что я в Минске, и, как я уже сказал, в конечном итоге я собираюсь в Россию. Вот здесь мне и поможет организация «Центр правозащиты». Они помогают приезжать. У них есть программа с российскими регионами, чтобы люди могли приехать, получить временное проживание и работать в России. Я как раз жду документы, чтобы иметь возможность поехать туда и начать строить свою жизнь, работать, а также развиваться дальше. И так далее, также развиваться дальше. Мы сейчас затронем такую тему, которая часто поднимается, но мне кажется очень интересной. Речь о магазинах. Магазины в Минске и в Беларуси в целом. Потому что ты знаешь, что в Польше есть такое мнение, что здесь так ужасно и так бедно в магазинах, только, наверное, свиное сало и хлеб, и больше ничего. Да-да, пустые полки. Это, конечно, польская пропаганда. Как в России, верно? Когда у нас рассказывали истории про Россию, что ввели санкции и русские... Что тебя впечатлило, когда ты зашел в обычный супермаркет? Склепы затоварованы. Все можно купить. Магазины заполнены, можно купить все. Я веду спортивный образ жизни, поэтому ем скорее высокопротеиновую пищу. В наличии есть все продукты, которые мне нужны. Очень все отлично. Я не чувствую, что меня что-то ограничивает или что-то в этом роде. Меня даже поразила одна классная вещь в супермаркетах Беларуси. Раньше у нас такое можно было встретить очень редко, а теперь вообще нет. Домашнюю еду можно купить на вес. Это здорово и стоит недорого. Я действительно ел в нескольких таких супермаркетах на скорую руку. Зашел, поел, супер, дешево, вкусно. То и направда ядłem в кільку таких, że так powiem, супермаркетах, ну, szybko, żeby так powiem, в справах своїх byłem, zaszedłem, zjadłem, супер. Таню, добре. Знаешь, мне захотелось поделиться с тобой такими впечатлениями. Я выложил пару фотографий, пару описаний магазинов в Twitter, он теперь называется X, и пошли комментарии типа того, что это фотошоп, что это не настоящее, что это искусственно где-то сделано. Следующий комментарий. Нет, это должно быть что-то вроде закрытого района, с закрытыми воротами, с колючей проволокой и так далее. Только для избранных. Вот такие комментарии. Если часть польского общества продолжит идти по этому пути создания для себя образа неправдивой Беларуси, то через некоторое время они будут говорить о Беларуси как о Северной Корее, и никто не будет знать, какова реальность. А так направда никто не будет видеть, какая реальность. Так что добро пожаловать в Беларусь. Безвизовое посещение. Пусть они увидят магазины за колючей проволокой с фотошопом. Пусть посмотрят, каково это на самом деле. Единственный призыв, который мы можем сделать, это обратиться к польскому правительству. Пусть они откроют пограничные переходы, чтобы люди не стояли по 20 часов, потому что это действительно ничего хорошего. Я думаю, что этого не сделаем, а злостливые некоторые говорят... Я не думаю, что они этого не сделают. Некоторые злопыхатели говорят, что нужен этот забор, построенный вдоль белорусской границы. Сейчас зона, которую они там строят, она стоит больших денег. Там будут хорошие взятки. Но это все против поляков, которые захотят когда-нибудь уехать в нормальные страны на восток.
Bardzo to jest prawdopodobne, że ten płot to nie jest po to, żeby tam ci uchodźcy tam ich blokować. Это очень правдоподобно, что погранзона существует не для того, чтобы блокировать беженцев, а для того, что вскоре может такое случиться, чтобы в обратную сторону не захотели бежать. Что тебе понравилось больше всего? Нравится ли тебе в Беларуси? Общество, открытость. У нас есть некая двуличность, а здесь открытость. Кому-то ты не нравишься, тот скажет тебе это в лицо. Да, у меня такое же ощущение. Белорусы такие. Если им что-то не нравится, они не улыбаются, а потом за твоей спиной сделают тебе гадость. Они тебе прямо скажут: «Это мне не нравится». Это очень хорошо. Это просто правильные отношения. В общем, атмосфера во всем. В том смысле, что я чувствую себя здесь комфортно, здесь спокойно. Я чувствую себя хорошо, как говорится, обычно. Можно жить обычной жизнью, заниматься своими делами. Я чувствую себя здесь очень комфортно. Мы находимся на правильной стороне. Да, на хорошей стороне силы. Мы оставили зло позади, эту всю Западную Европу, эту всю Америку. Спасибо, что согласился поговорить со мной. Я желаю тебе всего наилучшего в твоей жизни, будь то в Беларуси или в России. Это твое решение, но именно здесь, как мне кажется, есть будущее для всего человечества. Я просто думаю, что у всего мира есть будущее. Да, конечно, Восток и те процессы, которые происходят и в союзном государстве, и в России, и в Беларуси, это будущее в целом для людей, которые разделяют традиционные ценности, которые хотят жить нормальной жизнью. В том времени, в котором мы движемся, в каком-то хаосе, в которое мы погружаемся, будет меняться множество факторов, начиная от национальных границ и заканчивая денежными потоками. Вот почему это такая новая, холодная и теплая война, которая, можно сказать, грядет. Ледниковый период 3.0. Большое спасибо. Спасибо.